Здравствуйте, дорогие друзья, у нас срочная новость. Сегодня завершилась пятидневная встреча топографов Таджикистана и Кыргызстана. По итогам заседания подписан протокол, о содержании которого нет официальной информации. Министерство иностранных дел РТ сообщает, что с 4 по 10 августа в Душанбе прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Информацию о его содержании Министерство иностранных дел РТ не опубликовало. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания. Стороны договорились провести очередную встречу на территории Кыргызской республики, пишет МИД. Как обычно, Таджикистан в рамках договоренности не комментирует СМИ подробности встреч топографических рабочих групп двух стран. Однако некоторые члены комиссии и представители соседней республики неоднократно раскрывали подробности этих встреч СМИ. Член правительственной комиссии Кыргызстана по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев сообщил подробности встречи рабочей группы на заседании Жогорку-Кенеша. На последних трех встречах рабочей группы описали 40 километров. «Работа продолжается», — сказал Мырзаев. Он добавил, что следующая встреча запланирована на август. Вероятно, имел в виду прошедшее совместное заседание в Душанбе. Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки номер 43 до пограничной точки номер 61 и от пограничной точки номер 135 до пограничной точки номер 141. Глава КОНК Камчи Бекташиев на пресс-конференции заявил, что Кыргызстан и Таджикистан не пришли к общему мнению по спорным участкам. Отметим, что протяженность границ Кыргызстана с Таджикистаном достигает 970 километров. Из них 519 километров уточнены, остальная часть остается неописанной. Друзья, на этом у нас все. Подпишитесь на канал и поставьте лайк.